Да, меня... Ой, жесть! Ой, жесть! Чё? Ладно, я не буду тебя жалеть. Давай не жалей, чел. Давай не жалей. Просто бейся. Протокол один. Вот! Это что было? Кия-кия, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами в Shadow Fight 3. Я хочу сейчас победить быстренько Спрута Проклятых. В общем, ему, короче, у него атаки только по голове проходят, поэтому... Да, иди нафиг, блин. Вот смотри, вообще, видишь, КПшку не могу ему отнять, потому что только в голову ему можно убить. Вот сейчас хорошо зашло, вот сейчас не зашло. Тихо! Да боже, он меня кинул первый. Иди ты нафиг, а? Как же он бесит. Я его уже тысячу раз выиграл, ребят, но бесячий чел на самом деле. А чё, в голову что, не прошло, что ли? На! Хорош, контратака. На, не вставай. Не вставай, говорю, вот так-то. Отлично, задамажил, зажал его, заспамил, как вы любите, заспамил, да. В общем, сейчас, короче, его побеждаем. Идем в мир Ито, продолжаем проходить мир Ито. Вот, и... А чё, по голове не попал, что ли, алё? Как так? Вот шок! Вот шок, мешок! Заспамил, заспамил. Буду спамить, да. Я люблю спам. Тихо! Ого-го, по головке погладил. Отлично, еще прошло. Еще. Ну вот это удар не по голове, а вот это. А вот это, а вот это. А вот это. Бесит он меня, этот спрут. Бесячий вообще, реально бесячий. Ну, он не самый легкий противник, между прочим. Но я его уже выигрывал несколько раз. Короче, все билеты уже потратил просто. Вот у меня последний остался билетик, надо его... Нет! Он что, короче, может вообще на изи у вас выбить оружие, может на изи, чуваки. Ой, тихо, тихо. Давай, хп-шку восстановим немножко. Да почему не по голове-то? Ты же вроде по голове тебя ударил, ты. Вонючий ты спрутик. Нет, нет. Никакая теневая, нет. С ума сошел, какая теневая? Вот у меня будет теневая, у тебя не будет. А бибасим в конце. Ё-моё, это вообще просто офигенно. Молодец, рысь. Молодец, все, прошел. Заберем сейчас награду. Я сейчас еще, наверное, посмотрю рекламку, чтобы мне 70 жетонов получить. Давай, быстренько. Так, отлично, 70 жетонов. И еще у меня есть. Забираем марафон лодок, полученную награду, какая-то, не знаю. И у меня, смотри, 1300 жетонов. Купим с вами, наверное. Так, пойдем в сеты. Да, давай, пойдем с этой, здесь немножко... О, здесь мне еще его устойчивости можем забрать, ты посмотри. Да, я, кстати, повысил, короче, устойчивость за эти дни. Поиграл немножко, пооткрывал всякие бустер-паки, понакупал бустер-паков, короче, ну вот за жетоны эти обычные. Так, нам надо теперь забрать наш сет незнакомца, я думаю, надеть. Да, где он, да, вот, надеваем его. Вот, вроде бы у нас все выбрано. И все, идем в мир Ито. Так, последняя битва у нас была, по-моему, да, агрессивная среда. И у нас этот был босс, которого я не смог одолеть, потому что мне не хватало устойчивости. Там просто жиза какая-то была. Ладно, сейчас я надеюсь, что я с ней справлюсь. Да, это была охотница Кицуне. Надеюсь, сейчас хорошо у нас все с вами будет срабатывать. Тихо. Что ты там валяешься? Вставай, вставай. Кицунешка. Как тебе такое? А как я? Такое? А, Кицуне? Чё? Лежишь, а? Всё? Да, всё. Отлично. Один раунд есть. Ну, в предыдущей серии я, по-моему, тоже пару раундов там смог вытащить. Ну, она, конечно, была очень жестко, очень жестко. Ладно. Поехали. Так, мы можем... Да, ух, нифига себе! А чё? А чё так? Можно было? Жесть! Еще один перфект, что ли? Или нет, или первого перфекта не было, наверное, да? Вау! Офигенно! Третий раунд. Агрессивная среда. А агрессивного четверга, что нет у вас, что ли? Только среда у вас агрессивная. Вообще каждый день у меня агрессивный. Ой, не надо! Вот именно, что не надо. Прокси, ты в порядке? Да какой Прокси? Не нафиг. Прокси. Ой, я перескочил.
Что она сделала? Тихо. Офигеть, у него удары, смотри, какие прикольные, да? На шпагат садится. Это уже какой-то Джонни Кейдж, блин. Ладно, охотницу вынесли. Охотницу вынесли. Идем дальше, продолжаем. Посмотрим сейчас, что будет в мире итогов. Да, у меня 35-й левел, отлично. Отлично, так, удары в голову 9, неплохо. Да, забираем. Ой, еще устойчивость. Нифига, даже чешую дракона какую-то эпическую дали. Ладно. Боссы, Китсуне, скажи мне, код деактивации Проксимуса немедленно. Проксимус, беги, сматывайся отсюда. Спектры, код 9, арестуйте охотника Проксимуса. Он не должен уйти. Ни при каких обстоятельствах. Босс, пожалуйста, дайте ему шанс. Проксимус найдет Нанами. Какую Нанами еще? Китсуне, детка. Нанами здесь ни при чем. Проксимус не тот, кого ты знала раньше. Он очень-очень опасен. Нифига себе. Нанами какая-то. Так, ну у нас что, 35-й левел, и я думаю, что можно, в принципе, попробовать открыть бустерпак. Давайте сделаем это, наверное. Так, заходим в бустерпаки и уникальный премиум за 1200. Покупаем, открываем, смотрим, что у нас тут. 78 частей. Ну, пойдет, пойдет. Ох, там что-то 120, нифига. 90, вот это же еще 90. Северное сияние, легендарный доспех. Легендарные метательные топоры. Вау, это же вот это вот сейчас, который... Да, это вот этот сет, который сейчас разыгрывается. Получена награда еще, офигеть. Пойдем посмотрим, что там за награду нам навалили. Так, здесь что у нас? Ух, еще 3 билета. Ой-ой-ой, как хорошо, ты посмотри, а. Давай еще сюда 3 билета, я еще смогу... Да, еще, наверное, бустерпак-то я смогу, наверное, заработать, чуваки. Так, а здесь у нас что? 30 ключей сюда. Тоже забираем. Так, 3 билета. А здесь, смотри, чтобы мне все забрать. Нифига, 5 тысяч надо накопить. А у меня только 1300, что? Боже, 50 очков за открытие стандарта, 300 очков за открытие премиального бустерпака. 100 очков за победу над боссом событий, престижный режим... 100 очков всего лишь над боссом, прикинь. Не за каждого босса, а просто 100 очков. Ладно, здесь тоже заберу, пожалуй. Теневая энергия какая-то. Ладно, понимаю. Понимаю. Так, ну, устойчивость у меня уже 11790. Так, а дальше что продолжить? Сколько надо? Телохранительница. Эй, как тебе там, бот? Проксимус, наконец-то запомнил твое дурацкое имя. Постой, куда ты? Вон те спектры по твою душу. Я тебе помогу, но не вздумай удрать, у меня к тебе дело. Так, 10к надо устойчивость, а у меня 11к, прикинь. Порочный круг. Каждая ваша атака увеличивает урон соперника. Ага, а это что такое? А, подпишись, награда 300, босс дня, прикинь. Да блин, я не могу подписаться, дайте возможность подписаться, Неки. Пожалуйста. Я вообще им пишу, Неки, они мне не отвечают. Я уже 2 раза им писал, вообще никто не отвечает. Раньше они как-то отвечали, сейчас что-то они сознались. Так, Спектр и Иоланда, иди сюда, блин. Иоланда, Шмаланда! Чего, кого руки тянешь, эй? Алёшка, а? А что такое? А что ты упала, Ты сдалась, что ли? Спектр, вставай, блин! Сектор вонючий, приз на барабане. Ладно, сдается сама. Тем мне легче. Давай, Шмектор. Смектор. Сметана. Ой, как больно. Как больно ты мне спинку поцарапала, почесала немножко. Ты посмотри, сколько хп она мне отняла. Вообще жесть. Ладно, идем дальше. Победа над Спектром. Изи. Так, что награды какие-то дают? Устойчивость, кстати, должны мне тоже, мне кажется, прибавить. Немножко сейчас, да? Дадут что-то? Пока нет, пока нет. Пока нет, да какого фига? Слава богам. Отделались, а теперь за мной. Не отставай. Почему спектры за тобой, гнались? А ты же говорить не можешь. Я от госпожи Джун. Тот чудной старик просил тебя найти. Уж не знаю, почему госпожа пошла у него на поводу. Блин, а как эту девчонку зовут, телохранительница? Кстати, меня зовут Джет, а вот, ясно, Джет ее зовут. И если что, я терпеть не могу консервные банки. Ой-ой-ой, это же моя фраза, алло, Джет.
консервные банки, это железные. Это же я придумал на Титана, еще, господи, сколько, 5 лет назад. Серьезно, и вы эту фразу взяли и добавили в Shadow Fight 3? Ха-ха-ха. И автоматические пушки, и пафосные имена, и тебя, намек понял, ага, понял, понял, да. Типа, что я, видимо, тоже бот же, да? Ботов она имеет в виду. Ну и ясно. Я тебе поддалась, потому что госпожа Джун попросила тебя поберечь. Усвоил? Ты ведь стоишь кучу денег, я столько за свою жизнь не заработаю. Вот мы и на месте. Тронешь госпожу хоть пальцем, узнаешь, что такое боль. Заходи, не поскользнись, черт тебя дери. Проксимус, ну и имечко. Это уже отсылка на этого, да? Что за имя такое дурацкое? Соуп. Я понял, понял. Ладно, госпожа Джон, видите, Джет привела вашего ненаглядного бота. Иоланде не понравилось, что мы отвлекаем Проксимуса, но я с ней договорюсь. Не отпирайтесь, господин, ведь вы тот самый легендарный незнакомец. Путешественник во времени, я слышал о вас. О чем ты, Джон? Какой еще господин? Ты вообще не знаешь меня? Я Бола, канцлер Вестников. Третья стрела. Канцлер стрел? Я не совсем по вас понимаю, Бола, но мне нужна ваша помощь, очень нужна. Джон, почему ты здесь и Проксимус? Ты знаешь, что он в розыске комитета безопасности. Охрана, код 9, взять бота. Да в смысле? Опасный вампир, ага. Атаки противника восстановят его здоровье, даже если вы их блокируете, понял? Какая охрана? Я не понял, почему телохранительно... Джету, Джун, когда вроде бы Киба была всегда телохранителем. Черт поймешь, все меняется. Благородно. Хельга! Здорово, Хельга. Ты что ты делаешь? А что у тебя за такое... Что за доспехи такие дурацкие, Хельга? Где твои нормальные доспехи? Ладно. Благородная Хельга. Прикол. Хорошо, Хельга. Изи пока. Опасный вампир. О, печально Ото! Господи, а это же охранник просто. Ага. Здорово. Здорово. Я. Давай я, бей. Как тебе такое? Ай, не дотянусь. Давай, 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 давай. Окей. Легко. Победа. Так, что дадут? Дадут устойчивость или нет, а? Как думаете? Блин, 36 левел, 36 левел уже не за горами, чуваки. Уже не за горами. Так, устойчивость. Ой, 30-очку дали. Блин, очень мало, очень мало. Так, минуточку, минуточку. Я попрошу вас оставить в покое моего бота. Киба, убери катану, пожалуйста. Это уважаемый человек, путешественник во времени, незнакомец. Подожди, тот самый незнакомец, чьи знания равны знаниям пустой комнаты? Тот, что существует вне времени? Ты не ошиблась? Да, это я. Теперь прочь с дороги, Джун. Ты просила тебе с чем-то помочь. Я помогу, но сначала отведи меня к твоему отцу. Может, хоть он меня узнает. Да, и этот бот Проксимус пойдет со мной. Это не обсуждается. Так, новые заметки какие-то. Незнакомец, новые воспоминания. Вау. Так, а здесь новые награды, я так понимаю, да? Ой, да, ты посмотри, уникальная призма. И эпический сетовый. Ого, так, ну я думаю, на 36-м левеле мы же его откроем, чуваки, а? Так, ладно, да, давай, пойдем пока дальше и посмотрим. Джун, если люди Иоланды нас увидят, у нас будут большие проблемы. Давай отправимся к ней и сами решим дело законным образом. Я не доверяю Иоланде, она вообще не раздумывает над приказами комнаты. Она уже сама почти как бот. Послушай, Киба, я уже знаю, что судьи идут за тобой. Скоро ты покинешь свой пост, и твой разум присоединится к разуму пустой комнаты. Пока ты еще мой друг, моя Киба. Помоги мне, прошу. Мы почти достроили ускоритель. А я даже не знаю, правильно ли мы поступаем. Мне просто необходимо. Незнакомец, его экспертиза, его мудрость. Всего пара дней, мне нужно еще чье-то мнение, кроме мнения пустой комнаты. Джет, госпожа, кто-то взломал ботов, наблюдателя, бегите, я защищу вас. Так, правила боя, у него хрупкие, это легко. Помогите Джет и Киба защитить Джун. Легко так.
рекомендуем параметры. Смотри, один с 550, а у меня один с 820. Боже, ну сейчас опять будет. Сейчас опять скоро будет жестко. Так, а я за кого буду? Я за Джуну и за Киба буду играть? Нет? Или я сам за себя играю? Да, я сам за себя. Бомж, нет, взломанный бот наблюдателей. Давай сюда, взломанный ботинок. Ботинок, сюда. Я ударю. Я ударю. Первый говно ты, вонюча. Первый говно. А чё с лицом? А чё с лицом бота? А чё ты приуныл? Вставай давай. Вонючий ботинок. Сейчас идёт. Кох. Я первый ударил, мне главное удар не засчитали, ладно? Давай, ботинок. На, я. Ты. Ой, ты, да-да-да, ты. А как тебе такое, а? Как тебе такое, ты? Как тебе такое, пукан, подпалю тебе. Ай, не дотянулся, ну ладно, тогда вот. Господи, хватит. Убери замедление, убери, пожалуйста. Да ты. На. Пукан тебе подожгу. Ты, блин, я. Ой, хорошо, ладно. Так, 36 левел уже у меня будет или нет, а, сегодня? Блин, хочется заполучить побыстрее, но... Нет, блин, что-то мало стали насыпать, кстати, это, XP-шки. Так, ну-ка, ну хотя бы давайте тогда не устойчивость. Да блин, и устойчивость не дают, вы серьезно? Джон, ты в порядке? Порядке, спасибо за зарядки. Пустяки, это просто ушиб. Что случилось с ботами? Неужели и вправду это опять дело рук на нами? Черт, мне нужно доложить Иоланде. Хорошо, Джун, поступай как знаешь, я телепортирую вас во дворец, там безопаснее. Прощай, Джун. Киба, постой. Нет, она уже улетела. Так, нормально. Мир Иту нормально. С ума сойти. Дворец династии, что сейчас произошло? Киба телепортировала нас. Да, прикинь. Да, что такого? Это ведь многие могут, только стоит дорого. Транспортные вышки стоят повсюду. Разве вы не знаете, как это работает? Уж я-то знаю, как это работает. Но технологии династии никогда не были так продвинуты. Это вестники помогли вам? Опять вы об этих вестниках. Да наши технологии развиты, хотя пустая комната могла бы дать нам больше. Пойдемте, я проведу вас к отцу. Охрана, пропустите нас. Что происходит? Отойдите от Проксимуса! В смысле? А это что такое, смотри? Заканчивается... А, секретные бои какие-то, нифига. Секретные бои? Не, ладно, секретные бои нам не надо. Отбей нападение охраны дворца. Мастер ядов, успешные атаки по противнику отравляют вас. О боже, это бесит. Твоя устойчивость недостаточна. Да я знаю, что моя устойчивость недостаточна. Ну что делать? Куда мне бежать? Где мне брать бустерпаки, а? Подскажи мне. Бустерпаков нет, нифига себе. Ладно, давай пробуем. Часовой дворца, блин, ну это жестко. Да, меня... Ой, жесть! Мне опять им надо по удару наносить, да, и ждать, когда отпустит меня, потому что два удара, и мне... я умираю. Понял. Три удара нельзя ему наносить, чуваки. Давай, ладно, будем ловить. Давай, что там рассыпал? Говно твое, иди нафиг. Так, один раз ударил. Еще раз ударил. И бомба. Бомба должна сделать часть работы. На, держи. Боже, пожалуйста, живи. Нет! Да ты офигел? Ё-моё, так, у меня не хватает... Да ё-моё, сейчас сдохну! Давай мне... Ну, пожалуйста. Мне надо теневую. Мне теневую надо, чуваки. Успею! Да, вынес! Ой, ты посмотри, обхитрил! Обхитрил! Теневой его вынес! Ой-ой-ой, ну блин, опасно! Нельзя, короче, накладывать двойной яд. Если я двойной яд накладываю, то мне ГГ, я умираю быстро. Очень быстро умираю. Ладно. Может, тяжелый удар надо делать, а? Давай тяжелый удар будем делать. Вот хорошо, он много отнимает, дело в том, что. Да иди. Нафиг! Да нет, я просто его бросил. Пофига. Вот так, хорошо. Что это? Ай, дракончик промахнулся. А дракончик какой? Промахнулся ты. Нет. Ой, тихо. Ой, нет. Он сейчас убьет меня в теневой своей форме. Есть.
А, я обхитрил систему, чуваки, я прошел. Обхитрил ее, боже. Фух. Это было, блин, это было жестко, но получилось. Так, 36 нет, 36 раунда, ой, что я говорю, 36 левела у меня нет по-прежнему, ну ладно. Ну дайте устойчивости, да, 60-30, еще нет. Блин, 20 этих гемов дают. Джун, создатель, ты вернулась, значит, Проксимус с тобой. А, и кто этот господин? Господин Бола, познакомьтесь с моим отцом, правитель империи, канцлер Акада. В смысле, Акада? Что? Что ты сказал? Я немного глуховат. Где твой отец, Джун? Где император? Ах, вот что вы имели в виду. Мой родной отец, я его почти не знал. Он погиб в 7-дневной войне с тенью. Канцлер Акада удочерил меня. Джун, я все по-другому видал. Жесть. Ладно. Так, попробуем на невозможном. Акада, так это ты за всем этим стоишь? Ты стер меня из памяти этого мира. Использовал технологии Мнемоса. И все забыли обо мне. Ты всегда мне завидовал, сколько я тебя помню. Вор, ты украл даже мой титул канцлера. Верни мое доброе имя назад. Джун, кто этот полуумный старик? Меня зовут Бола, я заставлю вас всех наконец помнить мое имя. Проксимус. Протокол атаки 1-2-6, проучи Акаду. Так, родительский контроль, агрессивная среда, хрупкий потомок. Давай смотреть. Ваш противник может запретить вам использовать теневые приемы. Чем ниже ваша устойчивость, тем сильнее уникальная способность этого противника. Ну, конечно же. Получаемый вами теневой урон игнорирует, что силу вашей экипировки. Боже, ну походу мне ГГ, чуваки. Походу мне ГГ. С такой устойчивостью я не смогу мастера этого Акада вонючего. Акада говна, да, пройти. Ладно, давай сюда. Попробуем. Попробуем. Мастер-создатель. Раз, два. Пока ничего. Тихо! Возможно, один удар, и я умираю. Хотя, пока вроде бы... Не... Плохо идем! И даже уничтожим его, нет? Да! В первом раунде, по крайней мере, ну, у нас это получилось, чуваки. 1-0, офигеть. Невозможно. Ладно. Зал славы. Там видали сзади, вот обратите внимание на задний фон. Там король обезьян стоит, скин. Полностью. Чё, ладно, я не буду тебя жалеть. Давай не жалей, чел. Давай не жалей. Просто бейся. Протокол один. What? Это что было? А? Это что? Что за обезьяна с небес на меня свалилась? Что такое один? Окей, один-один пока. На, держи, и бомбежка. Да... говна. Как тебе такое, а? Как тебе? Забыл, кто твой хозяин? У меня нет хозяина, я принадлежу сам себе. Понял? Два-один. Все, так, еще два раунда, чуваки. Ну, один вообще, надо нам один. Победить и все, а вообще еще два. То есть он меня может сейчас убить, по идее. И 2-2 будет, и будет решающий раунд. Так, хватит, меня ждут дела. А меня, думаешь, не ждут дела? Что такое? Что такое? Ай, жесть! Ай, жесть! Блин, я уворачивался как мог, но как-то, я же не знаю, даже я первый раз дерусь. От одной атаки я увернулся. Ё-моё, 2-2, чуваки, все. Решающий раунд. И у меня теневой энергии вообще нет. Смотри, что происходит, а. У меня нет теневой и энергии. Тихо. Протокол 0, что это было? Чё за фигня? Чё он в меня киданул, Алёшка? Ё-моё, опять непобедимые эти. Да что бесит? Просто бесит. Опять надо фармить. Опять надо фармить. Отец, прости. Иди нафиг, Джун, вонючка. Бесишь ты меня со своей кадой, вонючей. Где ты его накопала только? Так, я могу, конечно, забрать вот эти уникальные эти. Все, жесть. Открыть бустер пак. Давай один откроем. Уникальная призма. И что тут выпадет? Сектор приз. Ну-ка. Ну, сейчас краска какая-то, да? Опять синяя. Ё-моё, у меня уже этих синие краски. Так, эпический сетовый. Сетовый, что сет выпадет? Серьезно, может сет выпасть? Ага.
Это полностью сет мне выпал? Так, здесь 90 мне насыпали, смотри. А здесь ничего не дали, кстати. Ну хорошо, я если сет собрал, я же могу сейчас вроде бы здесь его забрать, нет? Где сет у нас? Вот тут сеты собираются же. Да, 90 еще награду могу. 12.90, смотри, у меня стало. Ну неплохо, неплохо. Блин, ну все равно миры это невозможно. Ну что ж, чуваки, я думаю, на этом закончим. Надо фармить дальше, мне теперь сеты. Вернее, устойчивость. Вот. И в следующем видосе мы постараемся с вами сразиться с этим вонючим мастером Акадой. Ну а с вами был Максим, всем кия-кия и всем пока!